Вот они, ребята наши, накупались с собаками. Да как хорошо-то им. Там еще собачка. Близко не подходи. Не подходи, не пугай. Увиди. Я их сейчас отведу на речку купаться. Давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, тегеньки. Теги пошли купаться. А тут собачки их преследуют. Ну. Давай. Давайте попробуем. Давай скорее, идем скорее. Это Любины гусята. Ходили, я их встретил. Решил довести до речки. Вот они где. Решил до речки довести. Да они хорошие такие гусятки. Ну, вот они как потихонечку идут. Наш огород, тут старая баня была, там видно храм, крыша. На велосипеде поехал. Давайте посмотрим, как вы будете купаться. Вот тут раздолье вам будет, и ряски вам полно здесь. Ну, ну-ка давайте. Ну-ка давайте. Вот они мои гуси. Ну не мои, но все равно хорошие гуси. Давай, давай. Вот так. Вот так велосипед положу. Давайте. Ну-ка давайте. Пойдемте. Ну-ка. Вот они по дорожке пошли. Они нашли дорожку тут. Вот они, мои хорошенькие. Это тут был шалаш. Все сломано. Баня была скрытая. Вот такие ветлы огромные. Ну. Как они? Ну, давай потихоньку. Потихоньку. Трава-то высокая. Тут опасность может поджидать их. Ну, давай, давай. Вот она вода, где ждет их. Ну, гули-гу, гуси-гуси, гуси-га-га-га. Вот они где. Вот он запутался. Давай. Давай, давай, давай. Ну, вперед, проходи. Проходи, давай, давай, давай. Вот она вода, где. Иди скорее, иди, иди. Иди скорее, гуси у тебя тега, тега, тега. Давай, проходи. Ну, проходи. В воду, заходите. Давайте, давайте, давайте. Давайте, вот они как. Вот они первый раз в воду пришли. А тут ряска такая. Но, да потихоньку, потихоньку. Давайте. Да вот они как пошли. Да вот она рясочка тут. Давайте, купайтесь. Ну, им еще это страшно тут где. Вот они где. Ну-ка. Давайте, поешьте ряску, тут поедят они. Ну-ка. Ну-ка, поедите. Ох, они еще боятся плавать-то. Вот как они ряску едят. Камыш пытается теребить, но его не взять. Но. Вот они молодцы такие. Вот они прошли сюда. А-а-а. Тут баня была. Можно посмотреть даже. Тут яма была сливная большая. А это вот баня, в которой много лет мы скрывались. Тут большая баня, смотрите. Это тут около 10 метров, наверное, длина с предбанником. Ветла, рядом телеграфный столб, электричество было. Мы просто тут жили. Тут все у нас было.
приставала, советская власть тут гоняла нас. Вот они где. Вот они где. Да они плавать будут здесь. Теги, теги, теги. Вот они где. Теги. Еду сейчас в храм, спрашиваю Любомираю, как гусята-то дома? Да нету, и гляжу, печальная такая. А что такое? Ну нету, обошла все озеро, нету. Мои хорошие теги, ну-ка в воду давайте обратно. Ну-ка. А они вон куда на берег вышли. Ну-ка, в воду давайте-ка. Ой, они придумали, куда идти. Да хорошие теги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать. Так а что-то не все вы. Ну-ка. Давайте-ка. Пошли в воду пошли. Пошли они в воду. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Четырнадцать. А где остальные? Ну, идите в воду. Идите, гуси, гуси, гули. Идите туда, гуи, гуи. Ой, они пошли. Ну-ка, давай. Ну, вот этот шланг тут. Шланг их не пускает. Они не могут зайти за него. Вот так. Давайте-ка мы шланг уберем. Вот так. Ну-ка. Ну-ка, давайте-ка. Ну-ка, в воду давайте. Давайте в воду. Давайте, давайте. Вот они как. Пошли скорее, поплыли. Поплыли они у меня. Ну-ка, давайте. Теги, теги, теги. Давайте, давайте. Вот они где. Да поплыли, поплыли. Ну, поплыли они, поплыли. Давайте, теги, теги, теги. Да наговаривает. 14. А где же остальные? Остальные-то где? Ну, поплыли. Ну, теги, теги, теги. Хорошие теги, вот они где, а? Вот они где. Теги, теги, теги. Погнать надо их в воду. Им нужна трава. Чтобы лево крышать всем, кто есть. Давай, давай. Видишь, что ты? Преграда, преграда на преграду. Но они оттуда вылезли как-то. Под эту подойти они не могут. Это означает, что? Означает, что нет, они пойдут дальше. Как бы сделать-то, повернуть он туда. Подожди, теги мои теги, они не знают, как пройти. Туда не надо дальше, тут разные. Но хорошие теги, да. Замечательные теги, теги, теги. Ну, а вон туда давайте-ка пролезем. Ну, давайте, давайте. Давай, 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 давай. Ну, один хотя бы проскочи сюда вниз. Ну, 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 наклоняй голову-то, наклоняй, не гордись. Ну-ка, давайте голову наклоняйте. Давай, давай, давай. Вот так, все, пошло. Давайте, 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 давайте. Давайте сюда. Вот они молодцы мои хорошенькие. Теги, теги, теги. Давай. Ну-ка. Тут надо все вырубить, убрать. Ну тут не до этого. Давай, теги, теги, теги. Да наговаривают они. Да что умная птица. Ну-ка, давай. Давай, давай, давай. Это убрать, они задавятся. Видишь? Вот это... Она не дает ему пойти. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Вот они где. Пошли в воду. Давай, 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 давай. Ну-ка. Ну-ка пошли. Берег здесь пологий. Вот они пошли. Ну там все завалено этим. Тут они сошлись.
Лишнее, конечно, взять, ножовкой можно выпилить. Но это надо с Любой поговорить. Вот эти вот он сюда голову сунул, назад ему не повернуть уже, он тут же задушится. Взять попутно и топорик, а топорика, наверное, нет там. Вот они. Пойдем. У Любы все есть. Нет, соедините силы свои, чтобы попутно вот это убрать. Я скажу. Убрать это, ножовку взять, ножовки наши все там, на пруду. Вот это. И чтобы они могли заходить, где выйдут, прямая дорога была прокошена. И по прокошенному пройду, чтобы она взяла еду, которую они едят. И за собой вытащит. Вот оно где. Помочь ей, еще одинокая женщина. А они поплавали вот здесь вот. Но там тоже надо раздеться и маленько пробить камышинки. Угу. Они не могут даже через камышинки пройти. Рукавички надеть и выдрать. Вот оно где. А потом здесь вот так, чтобы они могли выйти. Вот это все это впихнуть. Ну, я не знаю, как это. Как куда, тоже притоптали. Если она сюда не будет их пускать, они выйдут в другом месте, берег большой, крутой. Им там вообще не подняться. А здесь можно пройти. Она пришла и говорит, я ходила, нигде не нашла. Угу. Я пошел, далеко прошел, гляжу, там они. Вот оно так. Ну тут, конечно, надо прямо сделать, чтобы дорожка прямая была. Пока дети там все отдыхают, это не так и много, чтобы прокатить. Но время есть. Потащите ее всего. Литовку. Вот и все. Слава Христу. Я сейчас поеду. Любе скажу, чтобы она пришла. Все, во славу Божию. Угу. Готовь мне обеду. Сейчас я подъеду.